коллеги! Традиционно на Москве мы встречаем начало новой круизной навигации в этом году. Как правило, начинается она всегда в Азово-Донском, Волгодонском бассейне, но потом московские речники ее подхватывают и достойно несут до конца всей навигации. Появились в прошлом году новые маршруты, открыты новые причалы на Старой Ладоге, и уже по реке Волхов ходят и будут ходить суда. Я надеюсь, что вы получите максимум удовольствия от тех красот на просторах Российской Федерации, которыми она славится. С праздником!